6 июня в России отмечается Пушкинский день или День русского языка. Дата 6 июня установлена не случайно. В этот день в 1799 году родился Александр Пушкин. Писатель, поэт, драматург, написавший несколько сотен произведений. Он считается автором появления современного русского языка. В стране в Пушкинский день проходят образовательные и культурные акции, посвященные писателю и его наследию. В библиотеке Горловского детей знакомили с мультфильмом по сказке Пушкина. Кроме того, участники летних оздоровительных лагерей отвечали на вопросы тематической викторины.